В этом году ульяновцы празднуют целых 3 юбилея, связанных с фигурой нашего земляка, выдающегося русского писателя. 210 лет со дня рождения Ивана Гончарова, 40 лет, как открылся музей его имени, и 10 лет работы историко-мемориального центра музея. В честь этих событий в Ульяновске заработала выставка «Новая жизнь музея. 10 лет после открытия». В 2012 году родной дом Ивана Гончарова был доверен музею. С тех пор началась активная деятельность последнего не только внутри страны, но и на международном уровне. Эта выставка, она является презентацией той огромной, так скажу, не очень скромно, но совершенно справедливо, огромной работы, которая была проделана нашим музеем за эти 10 лет. Гончаров – вечный писатель. Неудивительно, что тематика его романа вдохновляет талантливых иллюстраторов. Одним из них был Петр Пинкисевич. Его работы – 27 иллюстраций ко всем частям знаменитой неформальной трилогии писателя. Родственник художника, которому досталась его мастерская, разбирая работы в мастерской, обнаружил эти иллюстрации. И, зная о музее, который уже сегодня звучит по всей России, он решил передать эти иллюстрации музею. На выставке представлены самые разнообразные экспонаты – дамского веера 19 века до уголка интерактивного спектакля по мотивам гончаровского фрегата «Паллада». От издания эксклюзивных книг до портретов писателя и портретов его возлюбленной Елизаветы Толстой. Впечатление положительное. Положительное тем, что видно, что музей живет, музей развивается, музей становится точкой притяжения, и в том числе точкой притяжения молодежи. Музей открыт для новых гостей, желающих приблизиться к Ивану Гончарову, коснуться целой эпохи, в которой он жил. Выставка продолжит работать до 31 июля. Евгений Луковкин, Анастасия Краснова, Сергей Рябухин, репортер 73.